Привезли с собой подоконники. Всем доброе утро. Отавливаем всякую подмозайку. Будем грунтоваться. Самое главное — почистить сопли. Это будет подвести сложно к практику. Там, бля, взял валики и раскатал во всю посуду. Ну, грунт такой. А, посуду нету. Можно воды добавить, не хватит. Почистили и загрунтовали цоколь кварцевым грунтом. Пока будет сохнуть, пойдем дебилировать. А коллега еще один подоконник он наверху ставит. Отливы, как все любят говорить. Но я всегда говорю подоконники. Подоконник он и в Африке, подоконник. Да, давай. Двадцать сомов отбиваем, потому что видно будет только 15 сомов максимум. Положим 20 мозаику. А тут отбиваем под грибы. Неизвестно, когда клинкер будет клеиться, чтобы красиво выглядело более-менее. Обычно сглазывали. Тут уже сделаем покрасивее. Здесь потом силиконом все пройдем. Тут как будет клинкер, клинкер зайдет вот сюда. И больше обрабатывать ничего не надо. Каждые 50 сомов.
По технологии дюбеля надо ставить в тот же день, когда армируешь. Но это еще тот квест, если дюбеля забиваемые, а не вкручиваемые. Поэтому мы всегда делаем через день, на другой день, когда немножко подсохнет. Красивее получается. И никаких приключений тогда нету. Потому что если дюбеля вбиваешь в тот же день, сетка отскакивает, клей отскакивает. И если еще попал в перемычку или в арматуру, то там вообще начинается, как говорится, пляски с бубном. А так, подсохло. Нормально притягивает, ничего не трескает. Каждый 50 сомов по горизонтали и вертикали. Как по мне, это перебор даже и под клинкер. Вот, со стороны выглядит как будто не притянувший. Но посмотрите, как выглядит сбоку. Все в плоскости. Был бы черный полистирол графитовый, мы бы заармировали бы еще вверх, где отлив задувается. А так белый можно клеем не промазывать, не обязательно, ему ничего не сделается под отливом. А черному, да, он выгорает по чуть-чуть. От жары. Ну, вот сюда подойдет террасная доска. Раз для нее место. Хороший инструмент, подоконники гнуть. Самоделка. Мозаика. Перемешаем. Сверху плавает. Такая мозаика получается. С таким инструментом накладываю. Пробовал с всяким, со специальным. Мне самое лучшее получается вот с этим, с протазиком маленьким. Вот каким я способом я накладываю. Снизу постелил жесть, что упадет, все соберу назад в ведро. Стенку постелил вот в нее, что падает назад в ведро.
откуда начинал, подсыхает уже. Красота. Ну и тут солнце вылазит, сейчас тоже подсушит. Солнца не было, так еще совсем другой такой оттенок, посветлее. Ну, так ничего, такая мозаика. Ложится легко. Медленно, но легко. Успеем, наверное, сегодня все закончить. Еще третий ярус на завтра станет дебилировать и немного цоколя. Что дебилей не хватит. И сверло уже еле сверлит последнее. Надо будет заехать сверл купить. То с прошлого года все старые сверла хреново сверлят. Немножко добить осталось. И немножко вот цоколя. Всем пока.